пьесе, это как я понимаю, что вышел с да. процесс. Это когда журналисты или а освободился, он выходит, там что вы думаете? Ну, хотя, а например, это, ну, с той же стороны можно подумать, тоже же суд взять, например, когда человек хочет себя оправдать, да, да он собирает пресс-конференцию сам, то есть, по сути, вызывает и говорит, вот, я не виновен, я там кто-то, кто-то, то есть, это уже не интерес, как бы, журналиста, а здесь уже больше интерес идет к этой личности, да. Ну, и как это называется? Вот это вот называется брифинг, да. Да, да, а когда выход к прессе, это когда уже, ну, получается, как бы, он выходит не потому, что он хочет, а потому, что пресса этого хочет. Вот, да, то есть инициатива исходит от журналиста. Да. Дальше у нас круглый стол. Круглый стол – это у нас, когда получается, что журналисту приходится общаться не с одним человеком, а с несколькими. То есть вот такая еще ситуация. То есть обычно много журналистов и одна известная личность. А то бывает, например, и журналистов может быть несколько, и известных личностей. Либо один журналист и несколько. Вот такие есть политические передачи, они, да, они двух вызывают, и один человек задает, ну, знаете, такое получается, как очная ставка. Да, такого плана. Это круглый стол называется. Вот, интервью по телефону, это удобный оперативный вид интервью. То есть вы тоже могли видеть по новостям, когда нет возможности съемки. Человеку звонят, либо он не хочет приезжать там куда-то в студию, ему могут позвонить там, и он ответит на все вопросы, или сам человек, журналист, точно так же, находясь где-то там, где нет возможности это все снять, он звонит и говорит, я нахожусь там-то, там-то, происходит то-то, то-то. То есть он, по сути, как бы делает, ему задают вопрос, но он на него отвечает по телефону. Вот, интервью с помощью разных социальных, разных интернет-служб, это помимо того, что человек выкладывает, ну, может отписаться вам по почте, там, по электронной, либо тоже в социальной сети, вы ему задаете вопросы, он вам на это все отписывает, ответы. Плюс еще можно здесь брать тоже, например, пост на стене в группе, там, либо, ну, человек тоже получается, что может что-то спросить, комментарии происходят, какой-то, ну, например, есть какая-то фотография, и кто-то подписал свое мнение, и они начинают вот это вот, кто-то что-то спрашивает, кто это, что это, где это было, он отвечает, тут-то, там-то, там-то, ну, в принципе, интервью получается через интернет. Вот, все, давайте снимать интервью, иначе мы не успеем.